Что, друзья, вот опять я в области. Змеевские мусора работают. Обрабатывают водителя, обрабатывают. Да. Братуха, а за что тебя остановили? Не за что. А что хотел он? Проверка документов. На основании чего? Просто. Ну я запомни, просто у них ничего не бывает. Либо по закону, либо никак. Я понял. И ты им показал, что они еще понюхать там предлагали тебе? Нет. Не? Как служба? Да так, с переменным успехом. Опасная и трудна? Конечно, как всегда. Что тут, за свет? А? За свет? Что 1 мая? И что теперь? При чем тут 1 мая? 1 мая. Вы имеете в виду ближайшие свадьбы? Ну там, во-первых, до 5. Там до 5. Может, до 1 какая-то. Так а за что вы тут останавливаете? Ладно, я по-другому. За что ты остановил зеленый Ланос? Зеленый Ланос? Да. Что он нарушил? Что нужно нарушить, чтобы тебе показать документы? Есть ряд нарушений. Что? Скоро здесь дорога чуть отойдите, чтобы мы так общались, машины не проезжали. Что конкретно он нарушил? Кто нарушил? Вот этот данный человек, которым я только что общался. Зеленый Ланос. Зеленый Ланос? Да, человек говорит, просто остановили просто для проверки документов. Человек, что нарушает, его останавливают, правильно? Ну ты сам себе вопросы задаешь. Да, правильно. Я вам отвечаю. Да вы же меня спрашиваете, я вам отвечаю. Что он нарушил? Хорошо. Что какой он? Конкретно Ланос? Я просто не один. Вот это только что. Вот Ланос. Вот только что. Вот этот Ланос? Да, вот этот Ланос. Не выключал, по-моему, показатель поворота. Отъезжая. Припаркованный изначально был, стоял на вулканизации. Он заходил. Он, оказывается, торговый представитель. И отъезжал без включения поворота. Ты вменяемый. Ты нормально можешь что-нибудь придумать? Что придумать? Ну, чтоб ты на камеру такую ахинею не говорил. Вы меня спросили, я вам ответил. Я ничего не понимаю. Человек сказал, что просто его остановили. Ты ему даже не сказал, за что ты его остановил. Думаешь, он тебе правду будет говорить? Он имеет полное право сказать тебе. Послушай, помолчи, пожалуйста. Давай я сам буду выбирать. Помолчи, я тебе говорю. Я говорю, помолчи. Я общаюсь с человеком. Еще раз говорю. Давай. Еще раз говорю. Я общаюсь с человеком. Что ты владеешь разговор? Стоите нахуй, людей разводите. Я буду сам выбирать. Выбирай, бля. Это не мое субъективное мнение. Субъективное мнение, понял? Это люди говорят. Это ради бога, что хотят, это и говорят. Херней, блядь, занимаетесь. А мы сами будем решать, чем вы заниматься, хорошо? То бишь, ты хочешь сказать, что ты будешь людей просто. Просто так останавливать? Я их останавливаю видно, чем я законодался. Я ж тебе говорю, обоснуй мне, Ланос, на основании чего? Что ты мне объяснил? Инспектор только что объяснил. Что ты мне объяснил? Вы остановили. Инспектор тебе только что покажи видео. Видео покажи по 251. Да попробуй остановить. Тебя останавливай. Попробуй остановить. Все, езжай, чтобы тебя останавливали. Да езжайте вы отсюда. А мы определимся, что надо. Я говорю, езжайте отсюда, ты понял? Мы определимся, Ваня. Я говорю, езжайте отсюда. Это мы определяться будем, что надо делать. Посвечение службовое. Ты уже видел. Я могу хоть 150 раз попросить. Бога, держи. Не снимай, не хочу, чтобы ты снимал. Запоминай. Не, снимаешь форму, идешь домой, и там будешь не хотел бы. Я тебе говорю. Понял, я тебе говорю. Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Показывай, не хочу, чтобы на камеру снимал. Да ладно, что? Сел в машину и сел. Да я тебе да так это ты скажу. Будешь делать, друг. А ну попробуй. Это ты будешь ну попробуй. Делать. Да ты будешь ну делать. Попробуй. Вот и все, ты можешь на камеру все, что хочешь говорить. Я говорю, выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. На камере видно, что я тебе удостоверение показываю. Я его не могу ознакомиться в полном объеме. Я говорю, службовый по свечению, а не ID-карту. Вот оно, перед вами. Держи расстояние. Вот оно, перед вами. Я говорю, службовый по свечению. Перед вами. Я говорю, службовое посвечение, чтобы я мог ознакомиться. Перед вами. Будет жалоба написана. Все, будете ознакомиться? Ты не показал мне. Я показал. Покажи, вытяни его без лишних предметов. Службовое посвечение. Я камеру не буду показывать.
Я говорю, снимешь, блядь, форму и будешь дома это говорить. Ругаться не надо. Там будешь дома ругаться. Можешь применить ко мне 173. Будешь дома ругаться. Я говорю, можешь применить 173. В лицо вот. Будешь, блядь, знаешь, кому тыкать? Возьми, своему руководителю. Да, я знакомлюсь. Не дергай его. Я не дергаю, я вот показываю. Нащанский Сергей Юрьевич, инспектор СРПП, ВП. ВП 2028. 2082 851. Все. Ваша судьба посвящена. Топоренко. А, Торопенко Станислав Олександрович. Старший инженер зв'язку. А что вы тут делаете? Инженер зв'язку? Был назначен инженером зв'язку. Сейчас назначен в СРПП, бланкового удостоверения нет. Сделаем по вам запрос, имеете вы право на линии находиться или нет. Конечно, сделаем. Да нет, вы просто херней занимаетесь. Что вас смущает? Просто нужен контент, и вы будете как-то выпускать. Какой нахер контент? Без камеры к вам нельзя подходить, понимаешь? Потому что везде... Понимаешь? Особенно вот это. Вадик, ты с утра проснулся и увидел это вот в зеркале, то, что ты озвучил. Ты хочешь сказать, что я сказал? Я тебе обосную. Я тебе уже сказал. А я тебе обосную, потому что я задаю человеку вопрос конкретный, за что его остановили. Ты влазишь в разговор. Что дальше? Не имею права. Понимаешь, что малолеткам еще запрещено влазить, когда взрослый разговор. Я тебе еще раз объясню. Что вы знаете? Можно старше вас. Да не старше. Ну откуда вы знаете? Ну я знаю, я же не просто так говорю. Когда я с дядьки разговаривают, пожалуйста, стой и молчи. Вот так, я буду сам решать. Я тебе говорю, не надо вот так вот передо мной стоять. Ты думаешь, я тебя забоюсь или что? Да что ты меня будешь бояться? Я с тобой вижу диалог, общаюсь, ради бога. Я же тебе не угрожаю ничего. Да еще бы попробовал поугрожать. Мы же там налете будем делать. Покажи мне, пожалуйста, видео, где людям угрожают. Вот реально угрожают. Есть, может быть, да, есть какие-то видео в интернете, где-то там, ну, может, какие-то неадекватные полицейские угрожают. И все. Ну покажи мне со мной видео, где я угрожаю. Реально я угрожаю человеку. Ты мне уже. Покажи. Так ты ж мне говоришь. Потому что ты боишься меня. Я тебе предупреждаю, меня бояться не надо. А поверь, если бы я боялся, я бы уже, наверное, блядь, пятки бы мне сверкали, понимаешь? Все у вас. Понимаешь, я не из тех людей. Я не молодец, а не я же писал. А вы реально занимаетесь херней. Вот. Ну ты вот что? Ты глагольствуешь, ходишь, занимаешься херней. А ты даже не можешь, послушай, ты даже не можешь нормально сформулировать причину остановки. Ты мне какую-то херню, блядь, особенно вот твой коллег, послушай. Давай по одному, я говорю, ты молчишь. Я говорю. Тебе инспектор объяснил. Подожди, две секунды. Тебе инспектор объяснил причину остановки. Сказал четко и ясно. Правильно? А смотри. ты уже начинаешь свое субъективное мнение. Херня, не херня и все остальное. Это твое личное мнение, правильно? Херня, это не херня. Как ты озвучил, правильно такими словами? Это твое личное мнение. Инспектор объяснил. Объяснил же, что причина остановки. Сказал? Ну, посмотришь на видео, посмотришь. Конечно, я пересмотрю. Когда буду монтировать, конечно, я пересмотрю. Теперь я тебе объясняю. Есть 251 статья УПА, которая гласит следующее. Там есть доказы. Пожалуйста, чтобы вам останавливать кого-либо, у вас должны быть железные доказательства. А теперь вопрос. Как же человек мог отъезжать от шиномонтажки и не включил поворот? Как? Послушай, есть... Вы сразу пристегиваться ремнем безопасности, правильно? Человек может элементарно забыть. Есть 13.95 инструкция, знаешь такую? Ты даже ее, блядь, наверное, в помине не видел. А я тебе объясняю, что там написано. Как проходит розыск справа и какие материалы выносятся. Если ты хочешь со мной потягаться, давай потягаемся так. Давай. Только я тебе скажу, что ты проиграешь. Ты даже половины не знаешь. Ради бога, ты знаешь. Я много чего могу не знать. Послушайте, вы полицейские. Я не обязан должны... все знать. Наизусть. Я наизусть не могу. Я могу достать до этого правда выдвижения и уметь не в полиции ориентироваться. В случае какой
не по ситуации. У меня есть водитель по правилам дорожного движения. Я, если не понимаю, я вот знаю, что нарушение это. Я достал и пункт правил, и пункт правил. Полиция. А ты знаешь полностью наизусть правила дорожного движения? Полностью наизусть, а то да я. Конечно. А ты нормативно-правовые акты по поводу вас знаете? Конечно. Я именно, у меня есть инструктаж, когда меня, на котором меня опрашивают. Мои нормативные законы Украины, национальной полиции и все остальное. Да. А 852 приказ ты знаешь? Данный приказ не знаю, я скажу. В смысле, это твой непосредственный приказ, который относится к 20 статье закона о полиции к однострою. Ты мне тут сейчас раздухарился и говоришь, я, блядь, все знаю. Что ты знаешь? Ты хочешь мне проверить? Я не говорю, что я все знаю. А я говорю, что я обязан. Ориентироваться. Ты обязан. Ориентироваться должен. Ориентироваться ты можешь только в лесу, когда в поход пойдешь. На данный момент ты сейчас полицейский, понял? Полицейский. Да. Ты должен все знать. Все знать невозможно. Тогда тебе нужно тогда в поле зайти. Я не юридический человек, который связан с юриспруденцией. Да тебе этого не нужно. Тебе не нужно быть юристом. Тебе нужно быть полицейским в первую очередь, который должен знать непосредственно все, что связано с полицией. Понимаешь? Почему я это знаю? Сам, вот это хобби. Есть основная работа, на которой я могу сидеть и изучать дальше. Ну так да, можешь теперь изучать, так не интересоваться, ознакомливаться. На досуге, я же говорю, даже вот на работе у тебя может быть досуг. У меня нету досуга. Время все ограничено. Нету у меня ограничено. А ты можешь заниматься определенным моментом в своей работе и параллельно изучать законы конституционной полиции, правильно? Конечно. Я все могу делать. А вы кроме как стоять вот здесь, блядь, и втирать людям дичь, лишь бы понюхать, вы ничего не можете. Это твое субъективное мнение, обратно, объясняю. Твое субъективное мнение. Ну а почему? Я как приехал, у вас сразу поехали. Ничего страшного. Ну вы же заднюю, получается, даете. Чего заднюю? Ну заднюю даю. Ну давайте если вместе с... Я не продолжал диалог, я просто сел бы машину, развернулся и уехал, чтобы не создавать тебе контент. Мне, честно говоря, все равно. Снимай, ради бога, это твое право. Это, послушай, я снимаю свою безопасность. Как понимаешь, чтобы ты лично... Родители. iPhone 12, у меня даже такого нету. Это ж не мои проблемы, что я такого нету. Да я не могу просто столько... Смогли мне подарить его на Новый год. А, так. Все? Вопросы? Так, конечно, можно. Каждый, я могу родители быть, по-моему. Могут тебе подарить? Конечно. Это вам же пофафакали? Это тебе, твой друг, наверное. Я ж не знаю. Не знаешь? Нет. Не помнишь по номерам? Обычно вам фафакают здесь. Вам фафакают? Да. Все возможно, мой знакомый приезжает, не исключено. Люди ты так не стой, мало ли что. Дебилов хватает. Спасибо, что без бумаги за мою безопасность. Давайте нести службу. Несем. Давай. А при чем тут стационарное, не стационарное? Вы же стояли тут определенное время. Мы стояли определенное время, поехали дальше. Другую. Где-то там постоим. Сейчас выявим какое-то движение, нарушение. Все возможно. Правильно? Получается? А? Получается. Люди ведутся на то, что вы ему втираете. На что? Ну, блядь, нарушение какое-либо. Есть осознанные граждане, есть когда успеваем. А вы осознанные полицейские? Киева ехал, то же самое, остановили в автобусе, остановил какой-то патрульная полиция. Да, честно, реально. Тоже негативно было, потому что такое общение, водитель вежливо общался, нормально предоставлял документы. А оно орет, ну, я тоже, честно, такое мнение, да. А ты покажи ты мне... помог водителю? А? Ты помог водителю? Мне его предупредили, отпустили. Ну просто, что он именно нагло общался, нагло. Я понимаю, но я то же самое таких не приветствую. То же самое, да, много патрульных, которые молодых.
не понимает и грубо общается. Да, это недопустимо. Но ты покажи, где-то хоть здесь кому-то нагрубили. Вот именно так просто остановили. И давай, вылазь, туда сюда. Он весь же общается, говорит, вылазь, давай так. Покажи мне, куда я не могу на белое сказать черное. Это не было ситуации. Видишь, ты просто вот, это опираясь, первый момент. Опираясь на этих людей, вот, из-за таких людей, как ты вот говоришь, что молодняк и все остальные, да. Вот, складывается у вас мнение о всей структуре, о всех полицейских, что все, конечно, такие, понимаешь? Да, совсем. Ну, а оно по факту же не так. Правильно? Не так. Ну, не все, ну, все, много очень нормально адекватных сотрудников, которые не грубят, нормально, что, адекватно общаются. У вас не было такого, чтобы нормальное было какое-то мнение складывалось? Вообще никогда такого не было. Ну, думаешь, что все так остановили, давай документы, вылазь машины. Да. Вон так все говорят, да? Да. Да ладно, да, да, да. Да. Так, ну что, лекция закончена. Да какая лекция? Лекции никакой не было. Вы нам объяснили, рассказали о каких-то нормативных актах, то, что мы, возможно, не знаем. Все, Вадик, мы... Все, мы поехали. Нас сюда отучиться. Что отучиться? Занимайся своими делами, чем мы сделаем желание. Давайте. Друзья, вообще, они будут все равно этот ролик смотреть, они следят за моей деятельностью. Вот этот особенно здоровый Халк много на себя берет. Вот. Вы сами слышали, какую они дичь несут, и они же понимаете, что останавливают людей просто так. Я вас очень прошу, если вас останавливает любой сотрудник полиции в области, в городе, всегда фиксируйте все на видео. Проще будет потом что-нибудь предпринять, чтобы вам оказать помощь. Ладно, друзья, погнал я дальше. Делаем репосты видосов, рекомендуем, подписываемся в вот эту группу «Надзор Харьков». Также у нас есть мой инстаграм, инстаграм «Надзор Харьков». Туда тоже подписываемся, там много интересных тоже видосов и фоток есть. Поэтому все, всем пока, погнал я дальше.